Еще одна победа Урал Топ Тим на счету у Руслана Рахмантулова. Руслан, поздравляю тебя. Отличный бой, отличный нокаут. Скажи пару слов по бою. Так и готовился провести бой в стойке и особо не переводить его в партер? Ну, изначально у меня был соперник Алексей Мартынов по прозвищу Лакост. Всем известный. У него 10 побед, 6 поражений. Я изначально готовился под него, ну, чтобы переводить в партер, добивать. Как бы план на бой был совсем другой. И за неделю до боя мне сказали, что у меня соперник поменялся с очень хорошей организацией СИБИ. Вот, мы готовились. Я знал, что соперник у меня будет вольный борец. Я знал, что он будет делать проходы. Мы делали как можно больше работу над защитой, встречать коленом также и добивать партеры, как обычно. Расскажи пару слов по поводу концовки боя. Нам показалось, что рефери немного тупанул, потому что можно было останавливать, мне кажется, намного раньше. Ну, как бы судья сам видит, как, где лучше остановить, что. Вот, я как бы смотрел соперник. Вот у него много было таких боев, что его начинают забивать. Он начинает просто закрываться и все. То есть на этом можно добивать, вот такого делать. Я делал упор именно на добивание, как бы контроль. Он начал делать ошибку, он начал лезть на болевые приемы. Но в ММА лучше бороться на позиции, контролировать, чтобы не поменять доминирующую позицию. У тебя сейчас очень хороший рекорд на шурдоге будет 8-1. Расскажи, есть ли какие-то мысли перейти в какую-то лигу более высокую? Ну, это все со временем мы узнаем, как бы, мне мой тренер сообщит, дай бог, чтобы перейти на новый уровень, мы будем еще серьезнее готовиться и радовать будем своих зрителей, болельщиков, кто за нас болеет, новыми победами, красивыми. А есть какие-то мысли, может быть, куда там, ICB, M1, Fight Nights? Ну, в дальнейшем, конечно же, я хотел бы сейчас выступить, у меня там, я бы M1, либо ICB, не знаю, вот между вот этих хороших организаций, которые сейчас в России популярны. И напоследок такой вопрос. У тебя татуировка «Только бог мне судья», еще есть популярный боец в мире ММА Георгий Караханян. Не было такого, что тебя путали с ним? Нет, меня не путали. Это я сделал как бы временно, получается, клон нарисовал. Но в дальнейшем я планирую сделать себе татуировку. Такую, да? Да. И вот недавно этот боец Караханян выиграл бой. Да. Вот. Спасибо тебе большое. Будем следить за твоими боями и желаем тебе еще побед. Спасибо большое. Как минимум столько же. Все, дай бог.